Перед отправкой в долину Аксаута члены экспедиции сделали небольшую остановку в станице Зеленчукской. В музее имени Ващенко исследовательская группа ознакомилась с экспозицией, посвященной обороне Кавказа в годы Великой Отечественной войны. В составе экспедиции как уже опытные путешественники, так и молодежь из военно-патриотического клуба «Казачья Слобода», для которой подобные восхождения еще в новинку. Руководит экспедицией Эрнст Антонов, опытный дайвер и член Русского географического общества. Мы, основываясь на исторических данных, постараемся обследовать большую часть озера, где мы рассчитываем найти какие-то артефакты времен Великой Отечественной войны. Что мы рассчитываем найти? По архивным данным, там расстреляли 12 советских горных стрелков. Да, мы хотели бы найти их останки и перезахоронить, и все это сделать. Кроме того, группа планирует поднять со дна озера артефакты времен Великой Отечественной, которые передадут именно сюда, в музей станицы Зеленчукской. Потому что то, что касается Карачаево-Черкесской республики, должно оставаться именно в Карачаево-Черкесской республике, чтобы будущие потомки, дети, видели историю своей республики, своей страны. В этом году экспедицию в горы Карачаево-Черкесии можно по праву назвать международной, ведь в ее состав вошел дайвер из Украины Сергей Несвежий. Для него высокогорное погружение будет в новинку, но в успехе операции он ни на секунду не сомневается. Так как находится озеро на высоте, никто не делал здесь погружений, то есть надо разведка. Температура воды будет от 4 до 6 градусов, поэтому несколько сложные условия. Плюс нам помогают казаки в доставке, в технической доставке снаряжения, помогут нам в общем-то устанавливать лагерь. Перед отправкой в горы с группой встретили заместитель министра туризма и молодежной политики Карачаево-Черкесии Павел Селипетов и глава Зеленчукского района Алексей Науменко. Они пожелали участникам экспедиции удачи и вручили им почетные грамоты от имени правительства Карачаево-Черкесии. К слову, в прошлом году участники этой группы уже побывали в нашей республике, обследовав озеро Лунное и установив рекорд России по высокогорному погружению. В течение 6 дней они регулярно опускались на дно озера, расположенного на высоте 2972 метра над уровнем моря. Эрнест Чуков, Роман Нагаев, Архыз, 24.